Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи ва салату ва саламу аля Расулиллах ва ма тауфиқи илля биллах. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфахна бима алламтана ва зидна илма ва амала я раббал аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как мы в прошлом уроке сказали, сегодня у нас пятый урок, урок Муамалята. Как мы говорили в прошлом уроке, сегодня у нас тема урока риба. Что такое риба? Что из себя представляет риба? В первую очередь нужно знать, наверное, иметь какое-то представление, прежде чем начинать объяснение. Мы очень много слышим, наверное, о рибе, говорят имамы в мечетях, говорят много, алимы об этом предупреждают. Но примерно мы знаем, что это не очень хорошее дело, это шариатом отрицается, это мы знаем. Но что себя представляет? Риба это... Можно отдавать для риба такое определение. Это определенная сделка, для которой отсутствуют определенные требования исламские. Сделка, в котором отсутствуют определенные требования ислама. Но это риба. Мы объясняем дальше. По ходу мы будем знать конкретно, что такое риба, где мы можем попасть в этот риба. И где нужно нам опасаться от этого греховного, такого тяжкого греха. И как же наш ислам, шариат подходит к этому делу? В шариате, исламском шариате, эта риба считается из самых тяжких грехов. Мин акбар или кабаир. Кабаир есть у нас и сагаир есть. Грехи, мелкие грехи и тяжкие грехи. Из самых тяжких грехов считается это риба. Для этого, чтобы такое хукм, что такое решение вносить, нужно, конечно, обязательно иметь доводы, факты из Корана. Есть факты из Корана, аяты, которые были ниспосланы именно про риба. И есть в суннате очень много доводов, фактов для запрещения этого риба. И также и для этого иджма тоже. Весь умма, не только не говоря о имматах, не говоря о имамах уммата, вся умма, можно сказать, здесь нет никакого разногласия, что риба это шариатом недозволенное, и это из тяжких грехов. Но есть в мазхабах среди алимов, среди имамов, конечно, некоторые разногласия в некоторых моментах, в некоторых условиях. В основном, что касается риба, во всех мазхабах и вся умма единогласно говорят, что это из тяжких грехов. Не только наша умма, не только ислам, а прежние религии тоже запрещали риба. Для этого тоже есть факты в Коране. Первый факт можно считать из Корана. Такой факт для этого далилом служит аят Корана «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим». «Ва ахалла Аллаху аль-бай'а ва харрама ар-риба». Как мы прежде говорили, этот аят как раз мы использовали для того, чтобы для дозволения бай'а. «Ва ахалла Аллаху аль-бай'а». Аллах разрешил, Аллах дозволил бай'а, то есть купли-продажи, заключат договора купли-продажи. А ва харрама ар-риба, следовательно, и говорит, ар-риба Аллах запретил, говорит. Есть аят еще, связанный с риба, аузу билляхи минаш шайтанир раджим. «Алладзина я'кулуна ар-риба, ла якумуна илля кама якуму, алладзи ятахаббатуху шайтану миналь масс». Те, которые кушают, те, которые пожирают риба, они в судный день встанут, говорят, как сумасшедшие, как маджнуны они станут. Это есть другое, есть прямой такой, но тем лицам, которые занимаются этим делом, занимались в своей жизни, как бы адрес этих людей. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. В переводе: «Я айюха аллазина амана, о те, которые уверовали, вы бойтесь вашего Аллаха, говорит, вы бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из ваших риба, если до сих пор вы брали у ваших должников, если вы занимались этим делом, если у вас осталось что-то из этого риба, ну теперь дальше оставьте только осталось, говорит, завязывайте это дело, говорит, ин кунтум му'минин, если вы действительно уверовавшие люди, если вы действительно верите, оставьте это дело, говорит, фа иллам тафалу, а если вы этого не сделаете, а если дальше вы будете продолжать также заниматься этим риба, тогда, говорит, фа'азану, вы знаете, говорит, бихарбин мин Аллахи ва Расулихи, и знаете, Аллах и Аллах Расул, посланник Аллаха, объявляет вам войну, говорит. Ну, до той степени, когда аяты говорят. Но где еще мы встречаем очень много запретных вещей для нас в отношении риба. Видите, если вы также будете продолжать, тогда вы знаете, говорит, объявляет Аллах свою и посланника своего войну против этого человека. Вот риба, те, которые занимаются риба, этим делом, никогда в результате они не остались довольными этим. Почему? Потому что опять аят гласит такое. «Ямхаку Аллаху риба». Ваюрби садакат, есть такой аят тоже. Ямхаку Аллаху риба, Аллах заберет от вас, говорит, он полностью, можно так перевести, заберет Аллах от вас, говорит, то, что вы заработали, то, что вы поимели через риба, а то, что вы через садака, через пожертвование получали, а это Аллах будет вам преувеличить, говорит, многократно. Поэтому это дело, это риба никогда не приводит к хорошим результатам. Мы в своей жизни тоже сталкиваемся очень много таких случаев, когда было кто-то занимался этим делом, и в конце концов, если там коллективно или в паре, в конце к чему приходили, в конце доходили до больших конфликтов и доходили до полного банкротства. Мы же свидетели этому всему. Теперь этот риба, чтобы понимать, вот сделал, мы же сказали в определении этого дела, риба — это определенная сделка, в котором отсутствует определенные требования шариата. Значит, риба у нас получается в двух делах, в двух вещах, в двух договорах, в двух сделках. Каких? В сделках купли-продажи и вторая сделка, сделка кредита. Вот в этих двух вещах только. Третьего нету. Это легче запоминать. Мы же учимся. Мы как говорили, Умар разиллаху анху, мы же говорили, из базара людей он гонял, учиться, потому что учиться, торговаться, потом только приходите на базар. Именно из-за риба они их гоняли. Али разиаллаху анху тоже, оказывается, сказал: «Ман лам ятафакках», тот человек, которого фикх сначала не научился торговаться, не приобрел какие-то знания, именно относящиеся к этой торговле, этот человек очень легко попадет, говорит, в грязь риба. Поэтому и то же самое, Али тоже, оказывается, сначала отправлял учиться. Именно было это больше всего другого, чем вот, именно вот риба. Чтобы не попадали в риба. Потому что это риба, мы сейчас прочитали аяты, это нелегкие аяты. Какие угрозы в этих аятах мы слышали в исламе. Теперь давайте расскажем. Вот, в сделке купли-продажи. Сначала расскажем, как может быть, как мы попасть сможем в риба. Это получается в двух вещах опять. В купле-продаже тоже опять в двух вещах. В купле-продаже в денежных средствах, то есть золото, серебра, и также вместе с этим вот эти денежные купюры тоже опять самое, то же самое. Золото, серебро. А другое продукты питания. Любые продовольственные товары, будь они для первой необходимости, или же там пусть они будут овощи, фрукты, пусть они будут лекарства разной цены, даже доходит до самого лекарства тоже. В лекарства, представьте себе, теперь получается так, лекарство, обмен, если бывает в лекарстве, там то же самое рыба получается. Когда торгуют серебром или там золотом, здесь тоже опять есть такое объяснение. Когда что-то за что-то продает и покупает, если будет из одной категории, в одной категории могут быть несколько видов. Категория, скажем, например, это одна категория у нас серебро, другая категория золото. Из серебра могут быть там низкого качества, высокого качества разные виды. Из золота то же самое. Если категория одна, то есть если золото за золото продать, или же серебро за серебро продать, в таком случае, если одна категория, в одну категорию если входит, тогда там обязательно должно соблюдать два условия. Какие? Из руки в руки, чтобы было. То есть сроком нельзя. На месте, не отходя до того, пока они не разойдутся, на месте из руки в руки нужно передавать. Когда вот одинаковые, из одной категории, когда будет, это то, что продается и покупается, обязательно второе условие, чтобы они были равны между собой. В весе или в мере, чтобы они были равны. Равны, уверенно, чтобы было равны. Грамм на грамм. Эти два условия. Чтобы были равны и чтобы из руки в руки передалось. Серебро за серебро, когда продается. Или золото за золото, когда продается. Разницы нету, там динары, дирхамы за какие-то украшения золотые. Или что посуда там золотая, серебряная, разницы нету. Что бы там ни было, там золотое за золото, когда продается, обязательно эти два условия там нужно соблюдаться. Серебро за серебро. А если разные будут категории, то есть за серебро золото или же за золото серебро, если, тогда из этих двух условий одно условие. Пока не разойдутся с места, чтобы передавалось из руки в руки. А, как мы сказали, то же самое, что для золота и серебра распространяется и в этой купюре на сегодняшний день, то, что у нас крутится, как то, что заменили те динары и дирхамы, которые тогда проходили золотые и серебряные монеты, во всех этих ахкамах, во всех решениях, как большинство, почти все, можно сказать, алимы современные говорят, переходят все эти решения, все эти ахкамы в эти купюры денежные. Теперь нужно вот так, то же самое сравним. Доллар – одна категория, рубль – другая категория. Доллар, за доллар, если купить или продавать, обменять обменные пункты, теперь связанные с обменными пунктами. Например, там идет обмен. На что нужно обращать внимание в обменных пунктах? Или же единицы, любые простые люди, когда обменяют деньги. Доллар за доллар, когда меняют, там обязательно вес, на это смотреть здесь уже не получается, потому что одни и те же купюры, на вес не посмотрим здесь. Но только здесь нужно смотреть на другое, из руки в руки было, чтобы. Доллар за рубли, когда тоже опять не отходя от кассы, из руки в руки, чтобы передалось. А в обменных пунктах, если делается такое, если сегодня туда заносят деньги, отдавать, выдавать там доллары, если не будут, оставлять же завтра, если будут знакомые. Завтра, ничего, завтра я приду, заберу. Такое нельзя. Это уже риба. Это уже та риба, о котором мы только что прочитали такие аяты. Нельзя, только нужно строго соблюдать вот эти требования. Из руки в руки. Там бывает иногда, когда мы передаем кому-то доллары, чтобы они поменяли их даже, он наш вакиль. Получается вакиль. Вакиль тоже должен то же самое соблюдать. Приходя в обменный пункт, вакиль тоже также не должен отходить, пока в руки не получит то, за что он обменяет эти доллары или рубли. Доллары, рубли, доллары, реали, лиры, они все должны, когда обменяться, прямо на том же пункте, не отходя до того, они расходятся, из руки в руки нужно передавать. Теперь, ладно, вот между купюрами и золотом, серебром тоже может получиться риба. А на сегодняшний день мы очень часто попадаемся в эту рибу, потому что мы, когда покупаем что-то серебряное, мы, кто не делает, например, на печенье берет, кто на месте оплачивает за это серебряное или же золотое украшение. Просто-напросто пойти, где продаются золотые изделия, там покупать золотые изделия, не отдавать руки эти рубли, опять попадает в рибу. Из руки в руки должно быть. Но современные алимы считают, что и между этими купюрами бумажными и этими золотыми изделиями и серебряными изделиями уже тоже получается риба. Вот мы сказали, следующая категория, следующая как бы часть, надо сказать, уже где получается риба, это одно золото, серебро, а второе продовольственные товары даже. Продовольственные товары тоже так же. У них тоже есть категории, есть виды в категории. Бывает у нас, например, пшеница, категория пшеницы. А бывает очень много видов пшеницы. Два разных вида пшеницы, разницы нет, это один джинс, это одна категория. Пшеница есть пшеница. Когда пшеница за пшеницу продают, обязательно здесь нужно опять то же самое. Эти два требования соблюдать. Какие? Чтобы поровну было и из руки в руки тоже, чтобы передалось. Обязательно. А если ячмень за пшеницу, что-то другое, чтобы это не было продовольственным, из продовольственного товара, любое другое наименование за другое наименование. Просто они входят в одну вот эту часть, что они продовольственные товары, а так сами разные наименования. Есть пшеница, есть, скажем, там ячмень, есть кукуруза, есть картошка. За пшеницу, картошку покупать здесь можно больше-меньше быть весом или мерой, но обязательно второе условие, как мы между золотом и серебром, как говорили, вот это один шар, из руки в руки, чтобы было. Когда разные категории, вес или мера равными не должно быть, это не требуется. Остается только одно условие, чтобы из руки в руки было. В прошлом уроке один здесь спрашивал, когда вот финики за финики, если продать или купить, там тоже риба. Финики за финики, именно когда во время пророка, алейхиссалату вассалам, кто-то за низкого качества финики хорошего, высокого качества финики обменяли, покупали, приходили, обратно отправляли пророку, алейхиссалату вассалам. Ты эти свои финики, верни обратно эти финики, которые вы купили. Продайте свои финики за деньги, пускай они тоже продают свои финики за деньги, потом себе покупайте за деньги такие финики, какие вам нужны. Это примеры, любой продовольственный товар. Теперь вот зайдем в аптеку. Мы же сказали, вот еще лекарства, наверное, они не входят в продовольственные товары. Вода, например, вода. Если воду за воду продать, горную воду, например, за какие-то соки, за что-то, если обменять, там уже сок и вода, можно сказать, что разные категории. Там только нужно из руки в руки, чтобы шел все. А вес или мера равны быть не требуется. Опять. Главное, серебро, золото. Все продовольственные товары. Если из одного категории требуется два условия, какие? Чтобы были равными по весу или по мере. И чтобы из руки в руки, чтобы передавались, не откладывали. А когда из разных категорий, тогда не обязательно, чтобы были поровну, а обязательно, чтобы было из руки в руки. Если этого не будет, это уже риба. Это не просто так сказать риба. После того, как мы прочитали эти аяты, мы должны знать, что это такое риба. Насколько нужно остерегаться от этого. Мясо за мясо продавать. Тоже риба, опять, если поровну не будет. Мясо за животное, мы сказали в прошлом уроке, было даже здесь. Кто-то не так понял, оказывается, тоже. Мясо за животное. Например, где-то в мясном павильоне торгует человек мясо, у него тонна мяса, приходит один, говорит, у меня в руке денег нету, продай мне эту тонну мяса на свадьбу. У меня есть, скажет, там 20-30 баранов за это, или что-то там, ну, быки сколько-то, за эти быки. Они по рукам продают, вот этого нельзя. За животное мясо нельзя продавать. Если даже эти животные между собой могут обмениваться, бараны за быки, коровы за козы, так если даже можно, но сами животные, они не входят в это, из-за которого получается риба. Животные за животные когда. Только это отдельно, не из-за риба, отдельно просто идет на этот счет запрет от пророка, алейхиссалату вассалам, мясо за животное продавать нельзя. Еще второе, мы сказали, риба получается в двух вещах, даже в двух сделках. В каких? В купле-продаже, а вторая сделка, сделка кредитов даже, вот кредиты. Есть такой от пророка, алейхиссалату вассалам, «Куллу кардин джарра нафан фаху рибан». Любой кредит, за которую получает кредитор какой-то, хоть какую-то пользу, это уже риба, он говорит. Любой кредит, какой бы это ни был кредит, в кредит не только деньги отдаются, в кредит можно отдавать что угодно. Там лес можно отдать, стройматериал, шифер, железо, арматуру, продовольственные товары. Что угодно можно отдать в кредит. Кредит – это понятие кредита какое? Отдавать что-то кому-то, чтобы вернуть такое обратно. Машину можно отдать в кредит. Точно такую машину вернут обратно через год. Ну, через год такое, этого нету для кредита. Срока нет. Если даже назовет срок, это недействительно. А то бывает же, когда мы деньги даем, срок называем, насколько это, но срок здесь не играет роль. Любой день, например, если кто-то что-то продает, чтобы деньги приносил через год, называют срок год даже, пока этот год не пройдет, пока этот срок не придет, этот продавец не может требовать у него стоимость этого товара. А здесь в кредите, если даже скажет, если даже отдает он, как действительно сделка кредита, отдает по шариату со всеми требованиями, скажет он за год. В любой день он может пойти потребовать у него это. Сможет он это сделать. В кредиты от сегодня на сегодняшний день, вот, например, мы с вами как попадаем, отдавая в кредит что-то в риба? Вы обратите на одно внимание. Имам Абу Ханифа мы знаем с вами даже. Какой он имам, у него манакибы просто знать, какой он был. Вот этот один случай даже можно понимать, что какой был имам, какой был он человек, какой богобоязненный, какой у него был вара. Одно время где-то стояли, когда кого-то ждали, на солнце, оказывается, имам Абу Ханифа, он на солнце стоял, а остальные там в тени. Они говорят, почему в тень не заходишь, а почему на солнце стоишь, заходи в тень. А он не стал туда зайти, потом объясняет, что это тень хозяина этого дома, у которого это тень. У хозяина этого дома был, говорит, у меня кредит. Я отдавал этому человеку кредит, я не хотел, говорит, пользоваться тенью его дома. Он это для нас, конечно, это не для нас, не для таких, как мы, например, таких слабых рабов Аллаха. Это он себе так строго, ну, это тоже нам о чем-то говорит. Что такое риба? Хоть какая бы там ни была польза. Когда мы в кредит отдаем что-то, если тот, кто отдает в кредит, если у него будет на душе, что он сверху отдает какие-то проценты, если даже не скажут. Если скажут, если будет там уговор, если будет договор, конечно, какие-то проценты отдавать, там нет никакого сомнения. А вопросы задаются такие, когда в кредит отдает кто-то что-то, назовем, когда отдает, занимает кому-то, а если на душе что-то будет, что получит от него какие-то проценты, и тот тоже будет то же самое думать, это тоже риба, если даже они не договорятся словесно. Бывает еще такое, один человек известен тем, что он отдает сверху. Он когда, есть такое, тоже от пророка, алейхиссалату вассалам, передается хайрукум ахсанукум тадаан. Лучше вас, среди вас тот, кто отдает долги лучше других. Как лучше других отдает, то есть когда отдает, немного добавляет сверху. Это можно делать. Это даже желательно. Если не будет там на душе, когда отдает харс, когда кому-то что-то в кредит отдает, если на душе не будет такое, то тот, кто получил в кредит что-то, обратно, когда возвращает, чуть больше возвратит или чем-то ему угодит, это желательно. Это уже и не риба. Поэтому, если такой будет человек, который возвращает больше, проценты обязательно отдает, и приходит этот человек, у кого-то просит деньги, а зная этого, что тот сверху отдает. Если не так, если бы сверху не давал бы, я бы не дал ему за этот кредит. Я вот на это целюсь и отдаю ему. То же самое риба. Для меня риба, а для того нет. А риба бывает тот, кто процентин кушает, тот, кто помогает кушать тоже. Алейхиссалату вассалам, пророк от себя вот что сказал про это риба, когда говорил. Это Джабир, разъяллаху анху, рассказывает. Джабир рассказывал, что «Ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама акиля риба, ва мукиляху, ва катибаху, ва шахидайхи, палахум саваа». Джабир рассказывает, что пророк, алейхиссалату вассалам, проклял человека, которого кушает риба, и того, кто ему помогает кушать, ему отдает кушать. А следующего, тот, кто пишет, вот как пишет наш брат, ну, там, свидетель, или то, что делается, долги же пишут. И свидетели, присутствующие в качестве свидетеля, они тоже прокляты. Все, кто имеет какое-то отношение к этому риба, какая-то помощь, чем-то способствует этому риба, он тоже входит в число тех людей, которого пророк, алейхиссалам, проклял. Вот эти банки всегда, не только в наши времена, до исламских времен, а еще с начала ислама, всегда ислам относится к этим банкам отрицательно. Почему? Потому что они и есть именно такие, ну, не исламские, которые некоторые есть, такие исламские банки, где, хотя не полностью, не стопроцентно, там могут соблюдать, остерегаться от риба, но есть исламские банки. А остальные все банки, они, которые занимаются только, получают у людей деньги в кредит, выдают кредиты за проценты, имеют только источники доходов, только получаемые вот эти проценты. Они, конечно, недозволенные банки, это тоже риба. В банке вопросы задают, например, в банк отдавать что-то, деньги отдавать. Когда из банка обратно выдают, если какие-то проценты будут выдавать, можно ли этого взять или нет. Но банки у нас еще есть две причины для того, чтобы поставить какие-то вклады в банки. Кто-то вкладывает в банках деньги в целях сбережения, кто-то вкладывает для того, чтобы получить оттуда какие-то проценты. Вот если вот на сегодняшний день действительно вот в доме держать деньги большие суммы опасно, и всегда так и было. Вот если даже это банк, если не будет, конечно, банк, возможность, если не будут такие исламские банки, если не будут, поставить в такой банк, где совершает риба, в целях сбережения можно. Когда оттуда выдают проценты, если он в целях сбережения вложил эти деньги туда, получать тоже может он эти проценты. Но только вот эти проценты нужно отделить от своего. Если даже смешанные купюры, но столько эти проценты в сумме отделить, и эти проценты расходовать на самые второстепенные там направления. Но только не в питании, не в одежде, не в жилье. Идет так. А если кто-то вкладывает в банк в целях получения какие-то проценты, то же самое опять делает риба, совершает риба. Когда вот в купле-продаже получается риба, эта купля-продажа тоже опять считается недействительной. То есть, не соблюдая вот эти те требования, которые мы говорили, когда из одной категории, если даже они будут разные виды, обменяются там вот эти два требования. Из руки в руки, чтобы было и поровну, чтобы было тоже. А из разных категорий, если будет, чтобы из руки в руки было. Если вот эти условия не будут соблюдаться, тогда эта купля-продажа тоже недействительная. В любое время можно пойти забирать, потому что купля-продажа не получилась. Не то, что это недозволено, не то, что это харам, это и купля-продажа недействительна, договор недействительный тоже. Давайте вот по ходу у нас вопросов не было, связанные с этой темой, связанные с тем, что мы сейчас рассказали. Вопросы у вас, я знаю, что бывает много. Давайте оставим оставшиеся минуты на вопросы. Если у кого какие есть вопросы, можно задавать. Вот человек ко мне приходит, у меня товар берет, и он говорит мне, на бумаге накладной вообще, говорит, большую сумму, чем я ему продал. Сумма больше для чего? Это чтобы кому-то показать, что за такую цену он взял. Но это тоже, опять, он для чего это делается? Его корыстные цели. Если у него корыстные цели, если будете знать, что корыстные, конечно, помолчу, там тоже Ман гашаф алайса минна, как сказал пророк алейхиссалам, тот, кто обманывает, он не из нас. Это тоже какой-то обман. Это когда мы еще вначале говорили аттуджарухумуль фуджар, что сказал пророк алейхиссалам. Торгаши, те, которые торговлей занимаются, они и есть фуджари, то есть, не скажем там, грешники, не заблудшие, а грешники. Фуджари, те, которые занимаются торговлей, они и есть, они грешники. Почему он сказал пророк алейхиссалам? Там делает он исключение, если, конечно, он будет говорить правду, если он не будет обманывать, если он будет честно работать, за исключением такого человека, конечно. Еще он говорит, если я ему не пишу, он говорит, дает он накладную мне, я сам напишу. Накладную, если необходимо отдавать, тогда можно отдавать, но только предупредить, делать ему проповедь, что нельзя такие вещи делать, обманывать. Если в целях обмана других, если ты это делаешь, лучше не делай. Накладную по-любому нужно, если отдавать, что это уже зарубратно. Я не буду писать, если хочешь, сам пиши. Которые терминалы, которые телефон деньги дают, вот это... Ну, вот тоже вопрос. Например, есть такой, деньги за деньги. Мы же сказать, теперь вот относящиеся этой темы, очень много вопросов. Но вопросы я вам просто оставляю, эти вопросы, чтобы вы вот так вот подумали именно вот из темы, чтобы вопросы задавали. Да, действительно, есть такой вопрос. Терминал или же там в магазине у нас в компьютере платежи бывают. Получается ли здесь продажи деньги за деньги? Получается же, он у кого, у дилера, когда покупает эти минуты, или же эти, возможность разговаривать, да, в телефон, по телефону, он же тоже как деньги их покупает. Отдает, например, там, скажем, 1000 рублей, а получает 950. А когда он сам продает то же самое, он продает 1000, то есть получает 1000 у покупателя, а он ему предоставляет, скажем, там 900. Ну, пример так. Это не получается ли деньги за деньги, продавая деньги за деньги, там поровну не отдает? Если даже на месте, не отходя от кассы, если даже это получается, но поровну же там нету, равенства же там нету. Это не риба. Ну, этому как раз вопрос. В прошлом году еще кто-то задавал, приходилось там посмотреть в книге. Один современный ученый дает на этот фатва такое, что это не продажа деньги за деньги, говорит, это продажа услуги, поэтому в риба здесь нет. Алхамдулилля, это для нас хорошо, что мы именно, если здесь было бы риба, тогда очень, было бы, очень многим людям плохо было бы. За то, что этот... осмелился вот такой фатва дать, это, говорит, от себя. Мы на них будем ссылаться, конечно, на таких алимов, начитанных сегодняшних, современных тоже, которые именно этим занимаются, углубились в эти знания именно. Поэтому мы можем ссылаться. Ман каллада алиман, лакия Аллах салиман, как говорится, вот тот, кто ссылается на алимов, к Аллаху может он прийти и спасаться в саламате. Он так отвечает, что здесь риба не будет. Например, качество, например, кукуруза, да, например, кукуруза. Кукуруза бывает разного качества. Она бывает прелая, бывает свежая. Отмерили кукурузу, например. Кукуруза меняет, например. Серебро бывает тоже, там, 750 проба, 925 проба. Разные пробы бывают. Пробу за пробу меняет, качество за качество меняет. Там разное качество бывает. Как будет эта ситуация? Я вот рассказывал такое. Из одной категории, когда бывает, две категории у нас. Категория серебра – это одна категория. Серебро – одна категория, золото – другая категория. Здесь две категории. В категории серебра входит несколько видов. Если даже разные виды, это ничего не изменяет. Там эти два условия. Но это проба есть виды. Виды, то есть имеется в виду категория серебра, виды плохой вид, хороший, да, вот это я хотел сказать. Это не изменяет. Главное, серебро есть серебро. Там разные качества, разные пробы этого золота. Это тоже не изменяет. Там нужно обязательно, чтобы было грамм на грамм одинаково. Вес на вес одинаковый, из руки в руки тоже. А есть пример, например, кольцо бывает, какой человек, один человек сидит, новые вещи продает, а другой приходит свои старые вещи. Лом отдает. Да, лом. Он тоже должен вес на вес. Разницы нету, грамм на грамм. Грамм на грамм, какой бы ни было. Но вопрос возникает, тогда если низкой пробы, за хорошую пробу, когда продают, если поровну, какой интерес? Но не продавайте тогда, не продавайте. Нельзя это делать. Это уже риба. Вот если вещи, которые из рук в руки нельзя, допустим, я продаю машину за участок земли, допустим. Здесь уже, мы же сказали, что риба происходит в двух сделках, в купле-продаже и в кредите даже. Из купли-продажи мы сказали, только в серебре и в золоте, и в продовольственных товарах. Третьего нету. Третьего нет, машина за участок или что-то другое. Здесь нету риба. Риба там будет только такое. Если на срок продаем машину сегодня даже, то с чего начался вот этот именно риба во время пророка, алейхиссалату, это и есть риба аль-джахилия. Тогда до исламских времен в джахилии это что делалось? Почти такие богатые люди у бедных людей забирало что много, такими разными путями, да? Вот как раз на срок продает что-то. На срок. Кто покупает на срок товар, когда покупает? У кого деньги на руках нет уже даже, бедные это делают как раз. Приходит срок, и эти люди им говорят, или верни сегодня долг, если не то, каждый месяц вот то, что мы называем счетчик крутит. Вот это и есть самое такое, из которого началась вот эта вот риба, говорит, отрицать это риба нашим шариатом. Это риба аль-джахилия. Вот, пение штраф нигде нельзя, это тоже риба, где бы это ни делалось. Отдавать его пение. Но пение штраф, он отдавать, и вот этот проценты отдавать, скажем так. Если, например, проценты пения штраф, или там проценты кредит, или что-то там не было, если будет дарура, то есть безвыходное положение, тогда уже можно отдавать, там выхода нету. А пения штраф, когда у вас забирают, отбирают, это зулму, тогда отдавать, конечно, согласен, если этим никто не будет, тот, кто отдает, ему ничего. Если не его воля, конечно, если не по его воле забирают, тогда тому, кто отдает, нет, он не будет как мукиль проклятым, как сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Вот этот счетчик, что называется, это категорически, это риба аль-джахилия. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, ва ин кана зу усратин фаназиратун иля майсара, что в Коране говорится, если нет возможности вернуть долги, его нужно оставить, пока у него не появится возможность. Но здесь же возникает, конечно, вопрос, наверное. Но если оставить так, кто отдаст долги, никто не отдаст долги, если вот так вот его оставить. Но, конечно, здесь тоже, имея возможности, если он не отдает, тогда есть там выходы, как можно от него забирать по шариату, да? А так, если действительно не будет иметь этот человек возможность, тогда нельзя требовать, нельзя его заставлять, даже работать его заставлять нельзя. Это, я, например, это доллар потом взят, это деньги, отдаю, ну, отдаю ему, чтобы собирать долларчику. И потом доллар возьму у него, когда нужно. И на его долг тоже возьму. Это, например, как будет? Доллар это на долг тоже даст. Нет, на долг доллар отдавать нельзя. В долг доллар, а в долг имеется в виду как кредит, да? Вот это, в этом деле, если между вами происходит купля-продажа, тогда риба. Если там купли-продажи нету, просто вы оставляете у него. Купли-продажи, если нету, когда нужно будет прийти забирать. Или когда, пока купли-продажи, если не делаете, оставляете у него деньги, потом, когда как вы говорите, когда в Москву ехать уже пора, идете у него эти деньги забираете, или же деньги забираете, или на место этих денег доллары забираете. Вот там на месте делаете договор купли-продажи и можно получать. Получите деньги, за эти деньги на месте и купите доллары. Если купля-продажа рубли за доллары, доллары за рубли, вот это происходит такая сделка купли-продажи. Там выхода нету, только на месте, из руки в руки. Обязательно нужно отдавать. Если нет, тогда риба. Нет, вот там так бывает. Сегодня я отдал ему миллион, через месяц я отдал, это миллион, на сколько стоит миллион долларов, да. И у него взял еще на миллион долларов еще, например, да. А когда он поехал, рейс приехал, и доллар отнял. Или доллар отпустил, вот там что будет? Ну, если опять нужно, что там будет, нужно всегда прийти к основе. Вот это уже спорный момент даже. С чего мы начинаем, приходим на основе, там нужно называть, у вас там была купля-продажа или не было. Купля-продажа, если была без риба, действительно, если по требованиям, если собственность перешло к покупателю даже, тогда он отвечает за свои эти. Если не пришло, если сверху то, что взял, если это только был кредит, у него то, что берет, да, сверху то, что берет. Если будет кредит, это карз уже. Но этот вопрос, сегодня вам, вот мы отдаем кредит кому-то деньги даже, если не в Москву, никуда, не сюда, здесь же, даже если будет, в кредит отдаем, через месяц попадает под инфляцию. Но если слишком большая будет инфляция, там, наверное, будет какое-то изменение, но на сегодняшний день вот, известный алим Мухаммад Саид Рамазан Аль-Бути в Дамаске, известный в исламском мире. Алим, он как-то пишет, что за инфляцию брать нельзя, это уже риба. Те же деньги обратно. Поднимется, опустится, разница нет. Те деньги, которые вы взяли, обратно нужно отдавать. Он, наверное, у него доллар берет, да? Уже, когда едет доллар, он не берет. Если доллар берет, доллар, значит, возвращает. За это доллар деньги даем. Или он доллар, он сам говорит, ну что делать, сколько долларов деньги надо. Если у него в кредит, на то, что, ну, надо называться сначала своим именем. Вы вот эти доллары у него взяли, чтобы, как покупаете у него эти доллары, чтобы ему отдавать рубли. Это уже риба, на месте нужно отдавать рубли. А если в кредит вы получаете у него сверху то, что получаете миллион, да, или там, скажем, 10 тысяч долларов, эти доллары обратно нужно вернуть. Ну, доллар возвращаете обратно. Упадет цена или же поднимется, разницы нет. Небольшие проценты на карте. Заплата переводится в банкомат. И пока вот деньги там и идет наши, небольшие проценты на них идут. На них идут, то есть нам идут даже, да. Нам идут эти проценты. Работники, все вот их зарплаты переводятся в банк, у них выводят карты, они снимают в любое время с банкомата деньги. Ну да. А вот на эти деньги проценты идут. На эти деньги идут проценты даже. Вот я же недавно говорил, если в банк тот, кто вкладывает, если вкладывает в каких-то целях, но только не для того, чтобы получить какие-то проценты даже. Другие цели. Цели какие бывают? Мы пример приводили, сбережения даже. В целях сбережения, если будет. Не в целях получить какие-то проценты. Другой пример можно привести в целях перевода, например. Или же в целях безопасности, чтобы это было в карточке, чтобы лежало. Ну, здесь уже у вас не было такой цели, чтобы получить процент, поэтому эти проценты можно получить. То, что идет сверху, они дают от себя эти проценты, но только... Почему мы говорим, эти проценты нужно отделить и расходовать в такие второстепенные дела? Почему мы говорим? Потому что это все-таки банк, в банке чистые деньги не бывает. То, что сверху они отдают, это нечистые. Потому что у них источники, только недозволенные источники, на проценты они наращивают свои деньги. Поэтому, а так получать можно, если отдавая, вкладывая, если не вложили деньги в целях того, чтобы получить вот этот процент. Вот здесь я деньги даю, долг, допустим, да, ну, 1000 долларов. И ты, ну, я ему говорю, я сегодня веду 32 000, это как тышло получается. А ты мне вернешь долларами. Это можно вот так или нельзя? Ну, есть такой, мы даже этот вопрос повторили, мне кажется, даже отдать доллар, обратно получить доллар, если нет, тогда можем попасть в риба даже. Но если так, как купля-продажа, если будет это происходить, это так и говорил, если будет это происходить, как купля-продажа. Ну, есть такое, но именно вот этот вопрос, данный вопрос, мы отдаем кому-то деньги, обратно получаем, как долг он отдает долларами. Или же доллары отдаем, отдает как долги, рублями отдает. Даже сколько сегодня доллар стоит, только рубли отдает. Это в обществе очень много. Сегодня у нас мы это делаем даже. Но это уже будет риба или не будет? Если это будет получаться так, что вот эти доллары, которые отдал, продаешь, или же этот долг продаешь за это доллары, рубли свои, тогда, конечно, это мы сказали, что риба. Но есть там такой, я помню, вспомнил еще вот этот вопрос. Давайте мы еще более конкретно уточним тоже к следующему уроку, иншаллах. Вот именно данный вопрос. Я почему сомневаюсь здесь? Это делалось во время пророка, алейхиссалату, во время сподвижников тоже так делалось. Я помню, есть такой хадис, есть такой асар от сподвижников. Мы, говорит, мы покупали что-то за динарами, отдавали дирхами. Покупали что-то за дирхами, а отдавали динары. Вот это помню. Есть такое. Поэтому я подчеркиваю, сказал, если вот это происходит так, как купля-продажа, тогда уже риба. Если нет, как у них это было. Доллары отдали, рубли получили, стоящие эти доллары даже. На сумму этих долларов обратно деньги получат. Вот этот момент, этот вопрос, давайте мы конкретно не скажем пока, то, что у нас делается. Будет ли здесь риба или не будет, мы уточним это. Иншаллах. А вот эти, я, например, товар беру с Москвы, ну, деньги туда не отправляю, ну, миллион я туда должен, мне приходит Али, говорит, мне 900 дай наличными, я тебе там деньги за товар. Этот вопрос у нас уже давно крутится здесь, конкретный ответ на этот вопрос. Когда это делается в банке, если, например, сверху, это ради того, чтобы обналичить. Это как будто, если получается так, что за наличку продается, банк продает, или кто-то, частное лицо, из своего счета, если за эти налички 900 000 рублей, миллион продает, тогда получается долг, тогда получается там не поровну тогда, деньги за деньги, когда продают. Вот здесь уже не избежать из риба. А какое-то как-то свернут, как-то чтобы там не было такое, чтобы продаем мы деньги за деньги, выхода там можно, наверное, искать какой-то. А так, на сегодняшний день вот то, что делается, тот, кто, наоборот, услуги, за услуги мы должны были им оплатить даже, они же оказывают услуги нам, они переводят наши деньги даже, мы сверху должны были за услуги оплачивать, а получается, наоборот, они нам дают сверху. Это ради чего дается? Ради того, что получит наличку же даже. Это вот опасность того, что здесь как будто получается наличка продается за счет, за безналичие. Вот товар рук обналичиваем когда тоже. Чтобы здесь поровну разницы нету, деньги за деньги поровну обязательно должно быть, если здесь происходит через купли-продажи. Если по-другому этого, вот эта сделка, если назвать, здесь купли-продажи же нету, здесь всего лишь перевод, а за что тогда сверху то, что он отдает? То, что сверху отдает, за что он отдает? Из-за налички же он отдает. Он же из-за налички отдает. Это не является ли куплей продажей? Это опасность здесь есть все-таки. Но этот вопрос тоже до сих пор конкретно мы, я, например, не ответил за это с прошлого года, этот вопрос уже стоит. Пока в книге где-то у хотя бы современного алима на это конкретный ответ пока не найдем. Это у нас только это делает, может быть, и в арабских странах тоже делает, также если делает, тогда на этот вопрос тоже давайте отложим ответ. Этот вопрос. А если я вот эту камеру, например, считаю, что камеру, если у них миллион стоит камера, а я его за 900 покупаю, подешевле у Али, типа так, если... Здесь нет ничего такого. Здесь нет. Здесь же эта камера уже не золото, не серебро. Это не из той категории, из которой получается риба. Камера за деньги. Там продовольственный товар за деньги. Там тоже нет ничего. Любой продовольственный товар за что-то, бартер, тоже нет. Мука, например, здесь вспомнился вопрос, можно задавать такой. Мука, пшеничная мука, кукурузная мука. Это можно обменять друг за друга? Там обменять, когда поровну нужно делать или нет? Это разные категории или одинаковые категории? Мука – это из одной категории считают. Из разных, если даже видов, мука есть, мука, говорят, это одна категория. Зерно за кукурузу, когда обменяется, не обязательно, чтобы поровну было, только из руки в руки, чтобы было даже. А мука пшеничная и мука кукурузная, это уже поровну должно быть. И из руки в руки тоже. Например, человек купил за 100 рублей книжку, например, есть. Вот определенный тариф есть у него, что переходит границы, допустим, и попадает в харам, или вот как это риба, например, за 100 рублей купил, он за 250 рублей продал, он заработал 150 рублей, на 100 рублей купил. Есть определенные, там, к примеру, рамки у него там дозволены, и рамки, допустим, недозволены. Нету здесь таких рамок, что называется, что сдержанные цены, да вот по шариату тоже. Но некоторые говорят, если современные алимы, раньше алимы однозначно говорили, что тасайра нету, Аллах мусхуал мусаир, Аллах, рынок должен быть свободным, а покупатели сами, а не конкуренция. Это приводит к такому среднему балансу. Тасайр это не делается. А современные алимы, я видел, где-то кто-то пишет, некоторые алимы пишут, что если будет такое, что где-то кто-то вот то, что у нас происходит, урза байрам, поднимают же, такие на небесах. Вот в такое время слишком для общества, для народа, если что-то вредное будет делаться, тогда уже сверху власти должны на это обращать внимание и немного удерживать, сдерживать этих цен. По шариату сегодня алимы так говорят наши, можно это делать. Дилерство. Например, заключаешь контракт и говоришь, в эту республику, кроме меня, никто не должен товар привозить. Это и называется дилерство, что ли? Но это монополия, да? По-другому если назвать. Но если сказать монополия, любой монополия, это нельзя, это харам. По шариату действительно отрицает монополию. Всякие монополии, всякие... То, что мешаем друг другу в торговле, свободной торговле. Все должны торговать свободно. Монополия – это очень, очень даже категорически шариат отрицает. Конкуренции можно делать. Главное, чтобы там кого-то не делать так, чтобы попал в банкротство, да, обанкротить кого-то, такие цели, чтобы не были. Ну, конкуренцию можно делать. Это допускается, а монополии нет. Вот, например, два человека стоят на рынке, Один подходит, что-то предлагает продать, например, здесь. И один договаривается о цене, и говорит, ну, цена не сошла с цены у них, двоих, и он уходит. Ну, рядом стоящий слышал о цене, вот, например, он 10 тысяч договорился, вот, купить одну вещь определенную здесь. И вот рядом стоящий слышал об этой цене 10 тысяч, да? И этот, который договорился, это время отошел, тоже ушел, короче. И приходит это обратно, говорит, где этот, который за 10 тысяч хотел купить? А что, говорит, хочу продать, говорит. За сколько, говорит? Ну, сколько, 10, он давал, говорит, я тебе 11 дам, говорит, даешь ты мне? Он говорит, а за 11 отдает ему. Вот здесь это харкуля правильная получается. Мы об этом, вот, когда мы в третьем уроке, мне кажется, это было, рассказывали о запретных сделках даже. Вот там как раз объясняли бай'ун аля бай'ин. И там было саум аля саумин такое. Три вещи. Вот, купли-продажи. Когда кто-то уже купил, оставил за собой выбор даже на 3 дня, мы рассказали. Вот в это время прийти, сказать, что я тебе больше дам, расторгай. Это уже бай'а. Но это то, что вот сейчас, как вы сказали, пока еще в цене не сошлись, здесь ничего такого нет. Можно делать так. Именно вот так можно. Если бы они сошлись бы в цене, да? Если бы они договорились в цене и разошлись бы на немного времени. Но тогда уже это было бы вот то, что называется саумун аля саумун, это тоже уже харам. Именно из-за того, что они пока не сошлись в цене, тогда можно. Я, допустим, с интернета вещи покупаю. Вот они дают полное описание этого товара. Ну, я соглашаюсь, и они открывают наложенным платежом. То есть этот товар приходит, я смотрю его и оплачу за это. Это действительно сделка по шариату? Они отправляют товар? Да, они выставляют на сайте полное описание этого товара и отправляют его сюда. Я иду сюда на почту, плачу за это деньги и забираю. Как интернет-магазин, в интернет-магазине делают, тоже делается, то, что делается, да? Вот на расстоянии что-то покупать, продавать на сегодняшний день шариат. Современные алимы на это дают нам такие возможности. Но если даже описать какой-то товар, купить, не увидел, не узнавая этот товар, если нельзя было покупать, но на сегодняшний день у нас есть такие возможности. И большой товарооборот, исходя из этого всего, современные алимы дали на это добро, что только... Это было у нас в мазхабе, в нашем шафейском мазхабе, вот с этими описаниями полностью, с этим объясняя это, перечисляя это все необходимые качества. Он не увидел, когда товар покупается, продается, но только не через салам-дарам. Мы вам объясняли салам-дарам, что такое? Салам-дарам это была тоже такая же сделка, в котором есть некоторые дополнительные условия, как, например, отдавать прямо в руки, Расульмал называется, стоимость, в руки, чтобы отдавать. Для салама это необходимо. Если никак салам-дарам получается, вот этот пример, как вы сейчас сказали, это по нашему мазхабу не проходит, а в ханафитском мазхабе проходит, поэтому и в других мазхабах тоже проходит. Поэтому нынешние современные алимы пришли к тому, по их мазхабу тоже, когда с этими описаниями что-то покупаем, при получении товара нужно посмотреть, если такой именно товар проходит. Если не такой, тогда имеет право расторгать. Тогда у нас тоже сейчас, когда мы получаем так товар, у нас тоже, за нами тоже остается выбор такой, после как мы увидим, не тот товар, если отправили, мы здесь... Уже, если даже мы им в руки уже отправили счет туда. А там оговаривается это, если такой, можно вернуть. Это обязательно, и здесь тоже, если не тот, а так, если именно тот, такими описаниями, если отправляют, тогда, конечно, при получении нужно, ее, он не может обратно вернуть ее. Еще купля-продажа, связана с куплей-продажей, большими такими оборотами, большими объемами. То, что сегодня делают, есть такие выходы, есть такие возможности через интернет-магазин, через сайты, через телефонные разговоры. Так купли-продажи заключат. Есть такие возможности. Если кто-то этим занимается, можно именно детально этот как-то у алима или у имама мечети подойти, расспросить, конечно, в деталях ознакомиться, изучить этот вопрос. А так есть возможность такие сейчас. Ну, заката нету, в закаты ничего не набегается, но закат нужно выплачивать в тот день, именно обязуется, в тот день, когда уже год проходит. Как закат торговли, если сказать, сегодня, если начинать торговлю, независимо от того, сколько ты, с чего, с какой суммы начинаешь. Именно через год, чтобы там была такая сумма, достигшая до такого уровня нисаба, из которого отдается закат. Там в конце рассматривается. Сегодня, если начинает кто-то торговаться, и через 355 дней, это по лунному календарю год проходит, в 355-й день он должен отдавать закат, не откладывая. Но если отложит кто-то, он попадает в грех за то, что он откладывает. Но отдавая, он сверху не набегает ничего, как в этом мудах. Это как возмещается, как када идет, как пецун идет это. Если уже годы ушли из тех лет, которые уже прошли, да, не выплачивали закат, примерно, там, уверен, чтобы был ревизировать и вывести сумму, как возмещение отдавать нужно, куда нужно. Сверху не идет. А если вот дома у жен есть это золото, из него закат? Ну, у жены это украшение. На украшение, на золотые или серебряные украшения не идет закат, если это дозволено тем, этому человеку. Если у мужчин будет где-то лежат в своем сейфе свои золотые украшения, там какой-то запас даже этого, он должен отдавать, выплачивать закат. Если это жены, у женщин, потому что женщинам позволено иметь золото, если даже они каждый день повседневно их даже не одевают. Из украшения закат не отдается. За золото выплачивается закат, если это золото держат харам. А если мужчина золото, вот, кольцо носит, он и достигает до этого и... Мужчина? Да. Но с 85 граммов золота. 80... Если он носит 85 граммов золота, он носит... Я сказал, если даже не только носит, носит-то харам, если даже у него там где-то в запасе в сейфе лежат они, это если у мужчин. Мужчинам нельзя, то, что носить нельзя, и в запасе держать тоже нельзя. А если это будет женщине, то всякие украшения женские, если у женщины, если это будет, они не должны отдать закат. А мужчины, если, они должны, будут носить они этого или не будут. Если у него много будет, там килограмм, 2 будет. Сколько бы там ни было, за 85 граммов, если даже она не носит, если даже женщине, то что нельзя носить, нельзя в сейфе держать тоже. А то, что можно носить, можно и в сейфе держать тоже. Иттихад. Золотые часы для женщин, это украшение или как? Украшение. Что бы там ни было, женщины, это золотые часы, это украшение, конечно. А посуда золотая? Посуда харам золотая. Золотой, серебряный, посуда харам, всем закат идет на это. Позолоченная? Позолоченная, если тоже харам, если только там, если будет такой слой, ну там раньше так, ну на сегодняшний можно, наверное, определить, сколько там. На огне, если держат, если там столько слоя, что можно капнуть, вот столько, если будет слой, тогда это харам. А меньше там очень тонкий слой. Вот они. Вот серебряная посуда для здоровья же полезна. Для здоровья? Да, да. Ну, если даже это для здоровья будет, наверное, чем-то можно, наверное, заменить вот этот, то, что серебро делает. Если нету замены, тогда можно, любое можно для лекарства использовать, и грязное можно, и запрещенное можно для лечения, да? Если нету замены для этого. А так, вообще-то, посуда серебряная, золотая посуда, мудрость этого запрета, этого, какой, знаете вы, это просто, увидев этого, такие бедные люди, просто у них на душе будет плохо. Этот человек Аллах дал, мне не дал такое, чтобы ему, когда они увидят золотой или там серебряную посуду используют кто-то в доме. А можно там посуда, если будет бриллиантовые, там алмазные, еще даже намного дороже, этих камней можно посуду держать и использовать тоже можно. Почему здесь? Потому что такие простые люди, бедные люди не разбираются в этих камнях, говорят. А золото, серебро, любой бедный человек, он этого знает. Вот бывает посуда, допустим, если я посудой занимаюсь, бывает там специальные вина, воду чай называют, рюмки, допустим, или пепельницы. Их продавать можно? Продавать, вопрос продавать. Любая посуда, золотая, серебряная посуда, продавать можно. Держать нельзя, пользоваться нельзя, продавать можно. Такой хол. Почему продавать можно? Потому что там есть для этого тоже причины. Где-то может там быть дарура, то есть кому можно использовать, попадет в руки, может это попасть в руки. Поэтому продавать разрешает по шариату. Но только продавая это серебряные или золотые изделия или посуда, что бы там ни было, за деньги, когда продают, нужно из руки в руки. Запомните всегда. За что-то другое, если бартер делать, тогда не обязательно из руки в руки, что и было. Если сегодня выкинуть золотой кольцо, за завтра деньги давать, так можно? Это же я сказал, что нельзя. Вот заходя, это же я говорю, из руки в руки. Что, как можно понять? Из руки в руки, не отходя от маджлиса, в руки нужно отдавать деньги. Мы вот сейчас знакомые, мало у нас, немало бывает знакомые люди в магазинах или на Золотом базаре. Там проходим, заходим, выбираем себе золотые изделия и забираем, а деньги потом отдавать. Это же очень часто делают, но современные алимы это считают, что это тоже риба. За купюры, золото или серебро, когда покупаем, это две разные категории. Но вес или мера одинаково не обязательно, что было, а из руки в руки обязательно. И также доллары тоже, да? Разницы нет, доллары, за доллары, если золото, да? За доллары или что? Доллары я у него беру, чтобы завтра деньги отдать. Это тоже, да, это тоже рыба. Понятие на месте, вот, допустим, у меня машина воды, я хочу обменять на машину сок. Я пришел к этому человеку вот с этой машиной, я говорю, машина у меня в подвале стоит. Он говорит, моя машина на другой стороне. Там получается тоже, как на месте получается, да? Это... Если машина сока, машина воды, там уже продовольственные товары, даже разные. Они не обязательно по весу, чтобы одинаково было, но только из руки в руки, чтобы было. Но из руки в руки как? Машина там, не только там машина сока в Махачкале. Сегодня мы были там, я увидел, я согласен с этим соком. А мой товар здесь. Мы здесь торгуемся, здесь на месте, вот здесь вот, чтобы из руки в руки было. Как нужно делать? Если получается, если есть возможность вот этот кап сделать, то есть отдавая в руки накладное на сегодняшний день как-то, как кабзун хукми. Вот это вот. Прибирать в руки. Мы же тогда говорили, что то, что продается, пока в руки не прибрать, пока в руки не получить, ее перепродавать нельзя. Вот этот кабз, что называется, если есть возможность здесь на месте, оставаясь сделать, пока вместе. Там, если есть, будет вакиль, чтобы забирать эту машину сока. И отсюда тот тоже забирает, пока мы здесь на месте, передаем вот так вот в руки. Если даже на расстоянии, если такие возможности есть, передавать через вакиль хотя бы. При помощи вакиля. Тогда можно, иначе нет. Сегодня ты забираешь здесь сок, потом завтра там ему ты передаешь тот сок. Этого нельзя. И вода там. Между сок и вода разные. Разницы нету. Одинаковые будет или же разные будут. Главные продукты питания, если будет, из руки в руки по-любому нужно отдавать. Вес вот этого одинаково, поровну, чтобы было, это нужно соблюдать, только если будет из одной категории. То есть вода за воду, если будет, сок за сок. А масло, например, мы же недавно сказали, мука, например. Мука из пшеницы, мука из кукурузы. Это как бы одна категория даже. Из руки в руки нужно и поровну, чтобы было тоже. А вопрос другой. Разные семена, подсолнечное масло и, скажем, там другое еще, из зайтуна масло, если будет, например. Масло, если у них зерна разные, это тоже как бы разные уже. Поровну не обязательно будет. Из руки в руки нужно отдавать. Масло. У них уже другой хукм. А этого муки другой хукм. Из разных зерен мука. Это одна категория считается. Поровну должно быть, из руки в руки тоже должно быть. А масло, например, из разных семян, если будут, тогда они как бы, у них джинс разные, категории разные, поровну не обязательно, но главное, из руки в руки, чтобы было. Вот это тебя запомнить легче будет одно. Из руки в руки, это всегда соблюдается, это условие. Даже если одна категория будет, тогда поровну, чтобы было. Если не будет, тогда поровну не обязательно. А из руки в руки, золото за золото, деньги за золото, рубли за доллары, доллары за рубли, из руки в руки, в любом случае, они, это условие соблюдается, требуется. И в этом продовольственных товарах тоже. Что за что бы ни менялось, если даже разные категории, поровну не должно быть, но из руки в руки всегда должно быть. Например, вот золотое изделие продал клиенту, да? К примеру, хочу пускай будет, за 1000 рублей. У меня не было полностью денег, и 500 рублей отдал, 500 завтра или послезавтра принесет. Тогда что случится? Час отдает, час оставляет. Пол, я сказал, вот слово помнишь, грамм на грамм слово. Грамм на грамм, вот это слово полностью, если... Ну, из руки в руки полностью. Вот так, например, мука, допустим, кукурузная мука, 2-литровая банка или 2 килограмма, да? Пшеничная 3 килограмма. Я хочу, например, с ним, ему отдать эту кукурузную, а у него это взять, он же поровну должен быть, да? У нас не получается сделать. Как я скажу, например, мой 2 килограмма кукурузы, я ему говорю, я тебе назру делаю. Он мне назру делает свой, это мука, без какой-либо. Это у нас в мазхабе можно так делать, а в других 3 мазхабах нельзя. Вот именно то, что говорите, да? Это как выход, как избежание от риба. Именно то, что это пророк и почему в нашем мазхабе это допускается? Потому что был случай, когда пророк, алейхиссалату вассалам, подсказал вот этот, именно вот так вот, чтобы сделали. Но есть исключения в продовольственных товарах. Исключение, одно единственное исключение. Финики, когда были тогда во время пророка, алейхиссалату вассалам, уже там очень... Вот этот байл арая называется. Финики прямо на дереве же, пока еще свежие бывает, хотят кушать, да? Иногда дерево оставляет себе в саду, чтобы в свежем виде кушать. А остальное все сушится, после сушки кушают. Не у всех бывает такой свежий фрукт, свежие финики. А вот в этом, из-за того, что нужда этого требует, пророк, алейхиссалату вассалам, дал этому добро, как бы финики свежие на дереве можно продать за сухие финики. Также можно виноград свежий продать за, это как называется, кишмиш, изюм, да, за изюм. Вот в этих 2 вещах пророк, алейхиссалату вассалам, дал добро. Бай'а арая, что называется. В остальных вещах нигде нельзя, вот так как купля-продажа, если это из одной категории, поровну, чтобы, если не будет, из руки в руки тоже, если не будет. Если из разных категорий, тогда главное, чтобы из руки в руки было, поровну, если даже не будет. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммад.